Богоборы. Богоборы и грабители. Так и хотят нас, бедных. Ринат, иди, иди делай, убери решетку, ставь ее, главное, чтобы вода кипела. Да как тебе сказал батюшка, как тебя? Чичиков, Чугуков. Как сказал? Чичиков, матушка, Чичиков. Чичиков. Вот ведь нынче какие фамилии на Руси ходят. Только плюнешь, да перекрестишься. Да что же это за фамилия такая? Чики-киков. Да Чичиков, блядь. Чичиков. Эх, тебя надираю. Так в какое время Бог тебя принес? Сумятица, вьюга такая. С дороги следовало бы поесть чего-нибудь. А вот поесть-то ничего, батюшка, и нет. Не урожай, куда, не урожай. Ну давай, давай, убытки. Не беспокойтесь ни о чем, кроме постели. А позвольте узнать ваш ибис. Коробочка. Секретарша, Настасья Петровна, коробочка. Ох, вы про мою бричку? Ой, не говорите. Коробчонка, самое что ни на есть коробчонка. Ведь право же никуда не годится. Вот ведь точно. Как в сказочке, не в речке говорится. Это моя лягушонка в коробчонке едет, трясется. Какая лягушонка? Сказочка, не в речка такая. Отец! Фамилия моя такая. Коробочка. Коллежская секретарша. Настасья Петровна, коробочка. Секретарша? Секретарша. Ах, простите, я думал, что вы насчет того предмета, что мой стилефан в бричке, как коробочка, а прочее пустое. Эй, Фитинья, давай, Фитинья, тащи снимайте сюда. Снимайте эти куртки, снимайте, снимайте. Тащи сюда перину, подушки, простыню. Да не ту, что в горнице, а ту, что в сенях, сбоку, за сундуком. Да, вытряхни ее как следует. Вот ведь Бог послал погоду. Такой гром гремит, у меня всю ночь свеча перед образом горела. Отец, да у тебя, как у Борова, вся спина и бок в грязи. Где изволил, да, засалиться? Мне грязные. Слава Богу, что еще только засалился. Надо благодарить Бога, что не обмывал я себе совсем своих боков. Ой, спасители, да не нужно тебе чем спинку потереть. Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повысушить да вычистить мое платье. Эй, Фитинья, а-а-а. Почисть барину платье. Да потише ты, вот ведь пуху-то напустила. Ну и ручищи у тебя, как кувалды, как кулаки пудовые. Ты давай, возьми ихний кафтан вместе с исподнем, да просуши прежде, пред огнем. Как делывали барину покойнику. А после перетри, да вытряхни как следует. Слушаю, барыня. Да ты меня поняла, нет? Да что ж я такая дура, что ли, чтоб не понять? Давай, говори, что велено. Они грязные, а туда же когда добрые люди, они грязные. Выпить бы чай для согрева, а, матушка? Ой, батюшка, давай-ка спать на бок. Некогда нам тут по ночам шастать. Я вот хоть и спать не хочу, а лежу в потолок, таращусь. Зачего? Ой, мысли как лошадь кусают. Какие? Да вот, как жить буду. Такие, ой, такая беда, господи. А не нужно ли тебе, отец мой, еще чего? А может, и дневник, батюшка, чтоб тебе на ночь ярко чесали? Покойник-то мой без этого никак не засыпал. Какой покойник? Да мой покойник, муж мой покойник, какой еще покойник? Ну так как насчет пяток? Что-с? Болею, поясница болит, и вот нога
что повыше косточки, так и лонит. А на правом глазу катаракта, вот гляди. Травками надо, травками, а я все смазывала салом сильным. Да скипидаром смачиваю. Правильно, и скипидару не жалейте, пройдет. Мазайте и смачивайте, мазайте и смачивайте. Мазала, смачивала, не проходит. А у вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ? Да душ 80, без малого. Да, времена тяжелые. А так ж, мужички у вас на вид дюжи, избенки крепкие. А тебя, отец, как зовут? Ты чай, как ты сказал? Ты чай, заседатель? Нет, матушка, чай не заседатель. А чай кто? А чай никто. Так ездим по своим делишкам. Павел Иванович Чичиков я. Так ты покупщик. Как жалко, что я купцам мед так дешево продала. А ведь ты бы, отец мой, у меня купил его. А вот меду бы и не купил. А чай что купил? Может, пеньку? Да и пеньки у меня маловато, всего полгуда. Нет, матушка, другого рода товарец. Скажите, вас умирали крестьяне? Ой, батюшка, не говори, 18 душ. Да народ-то все такой хороший, все работники. Ну, правда, после этого еще народились. Да что в ней толку, мелюзга, а заседатель подъехал. Подать, говорит, надо душ платить. Народ мертвый, а плати как за живого. Ты надо, как за живого? Да, батюшка, не говори. А вот на прошлой неделе у меня купец умер. Кузнец. Ой, кузнец умер. Да такой кузнец искусный. Слесарное мастерство знал. У вас разве был пожар, матушка? Ой, батюшка, Господь Бог приберег от этого. Был бы пожар, еще хуже было. Сам сгорел. Как-то вот что-то у него изнутри загорелось. Ну, попил лишнего. Ни день, ни два пил. Год целый. Ох, какой искусный кузнец был. И вот как огонь из него, огонек синенький пошел, так вот он сразу обуглился, сразу вот обуглился, обуглился, и в уголь превратился.